Всем привет, уважаемые подписчики и зрители, с вами Синеман. Как обычно, в начале видео желаю всем приятнейшего просмотра. Ну что, ребят, конечно же, я снял это видео в первую очередь, потому что наступил новый 2021 год. И я, ребят, именно вас, моих подписчиков, вот, хочу с этим годом новым поздравить. С Новым годом вас, ребят, желаю вам в этом году, конечно же, счастья, любви, несомненно, успехов в учебе и на работе. И, конечно же, хорошей большой заработной платы. Ну, а во-вторых, ребят, конечно, хотел бы вам сказать еще раз спасибо большое за ваши лайки под моими видео, что не забывайте про них ставить их. Вот, большое спасибо за ваши приятные комментарии. И, несомненно, большое огромное спасибо, ребят, за ваши донаты, которые вы делали за все это время, пока я снимал свои стримы, конечно, буду их дальше снимать. Большое вам огромное за них спасибо. И вот именно по этому поводу, что приписало причиной снятия данного видео, потому что Новый год и так, это не важно, в принципе. Так вот, именно по этому поводу я решил назвать тех людей, кто очень даже хорошо помогал. И надеюсь, что будет и дальше помогать моему каналу. То бишь, сделал донаты в сумме вот больше 1000 рублей. Просто, ребят, хотел вам сделать такой небольшой новогодний сюрприз. То бишь, назвать ваш либо ник, либо имя, что я вас, конечно же, помню, никогда не забуду. И вам сильно благодарен за вашу помощь. Надеюсь, вам будет приятно услышать ваше либо имя, либо ник во время этого видео. Ну а само видео, ребята, будет сопровождать геймплей из игры Zombie Army 4 часть, которую можно уже спокойно скачать и в нее поиграть, что, в принципе, я сам и делаю в свободное время. Ну что, ребята, вот первую десятку возглавляют, или как бы составляют ее следующие люди. На первом месте находится Дмитрий Коровин. Большое еще раз огромнейшее спасибо, Дмитрий, за твою помощь. Вот, и я бы даже так сказал, что спасибо, что ты вообще, в принципе, есть, что появился на моем канале и начал мне помогать донатами, и помогать начал очень даже хорошо. Поэтому ты находишься на первом месте в этом списке. Огромное тебе еще раз спасибо за эту помощь и всегда, всегда рад видеть тебя на своем канале. Вот так. На втором месте Александр Ангел. Тебе тоже огромнейшее спасибо, Александр, за твои многочисленные донаты. Тоже ты мне очень, кажется, сильно помог. Жаль, что ты в последнее время куда-то пропал. Но надеюсь, что все-таки у тебя все в жизни хорошо. И ты скоро снова появишься на моем канале. Так иначе, огромное тебе спасибо за всю твою помощь. На третьем месте девушка по имени Аня. Тебе, Аня, тоже большое спасибо за все твои тоже многочисленные донаты. Я тебя, конечно, тоже помню. И, честно тебе скажу, никогда, никогда тебе не забуду. Большое тебе спасибо еще раз за всю твою помощь. На четвертом месте человек под ником Андрей Демон. Андрей Демон, тоже очень большая сумма, поэтому, Андрей, тебе тоже огромнейшее спасибо за всю твою многочисленную помощь. Тебя тоже, конечно, не забуду, как и всех предыдущих людей. Вы мне, ребят, очень сильно помогли. Поэтому, Андрей, тебе большущее тоже спасибо. Тоже ты вот пропал в последнее время, но все-таки, надеюсь, тоже со временем снова появишься на моем канале. Пятое место занимает человек по имени Сеня. Может быть, ник, может быть, имя. Так иначе, Сеня, большое тебе спасибо за твою помощь, я тебя тоже помню, не забуду, жду тебя тоже на своем канале. Шестое место Евгешка, ник точно запоминающийся, я тебя тоже, конечно, не забуду, помню, как ты сразу появился и сразу сумму, как говорится, выложил. Большое тебе огромное спасибо, тебя тоже всегда рад видеть на канале на моем, большое спасибо еще раз за твою помощь. Вот, потом какое? Седьмое место. Эдуард Верхоянский. Тебя тоже, конечно, не забуду никогда. Хоть ты недавно появился именно в плане доната вот на моем канале, но уже очень так прям хорошо помог. И надеюсь, что будешь и дальше помогать. Большое тебе еще раз спасибо, Эдуард, за твою помощь. Вот, восьмое место. Роман Коротков. Тебя тоже, конечно, Роман, большое спасибо и за твои донаты, и, конечно, несомненно, и за помощь в модерировании. Большое спасибо. Но мы тут говорим о донатах, поэтому большое спасибо тебе, Роман, за донаты и за модерирование тоже. С Новым годом тебе еще раз, Роман. Вот так. На девятом месте Николай Глебов. Тебе тоже, Николай, большущее спасибо за все твои маленькие, большие донаты. И вот в итоге получилось, что ты оказался на девятом месте. Огромное тебе спасибо. Сумма очень тоже приличнейшая. Поэтому еще раз тебе большущее огромное спасибо за всю эту помощь. И завершает эту десятку человек с именем Александр. Я, конечно, более чем уверен, потому что я просто сам помню, что это не один человек, а именно несколько человек просто так писали, ну, как бы имя свое Александр. И вот получилось, суммировалось. Все Александры в итоге вот попали, как бы что ли, на 10-е место в этом списке. Поэтому всем Александрам тоже еще раз большущее спасибо. Вот такая, ребят, получилась именно десятка самых, что ли, как бы крупных донаторов за все время, пока я снимал свои стримы. Так или иначе, я обещал продолжить, конечно, само собой список, именно назвать всех людей, всех, прямо их очень даже немало, поэтому готовьтесь. Вот, всем благодарен, поэтому называю. Вот, кто же идет дальше? А дальше идет именно тоже Александр, ну, Алекс До, тут хоть понятно, что это человек, как бы, вот, тебе тоже большое спасибо, огромное, за все, как говорится, твои импортные донаты, я всех тоже тебя помню, и их тоже помню, поэтому
большое тебе за них спасибо. Потом где-то уникальный человек, прям уникальнейший, вот с ним, с ником именно аноним. Вот, некоторые, может, так специально подписывались именно анонимом, а бывает, что и глюк тоже донат, что вот человек пишет имя, но, видимо, что там немножко никто не дописал, и вот получается вместо имени аноним. Так или иначе, всем анонимам тоже большое спасибо. Далее, Петр Васильев, который был Павел, так и написано, вот, большое тебе спасибо, Петр Васильев, тоже очень немаленькая сумма, даже, ну, большая, в общем, поэтому большущее спасибо тебе, Петр Васильев, именно за нее или за них, так в сумме получилось. Потом, Легион Клейм, тоже огромное спасибо тебе, тоже, конечно, никогда не забуду, как и всех перечисленных людей. Легион Клейм, тебе тоже большущее спасибо за твои донаты, и большие, и маленькие, и вот в сумме тоже получилось, очень, то есть, хорошая сумма, большое тебе за нее спасибо. Дядя Миша, тоже огромное вам спасибо, дядя Миша, я вас тоже, конечно, не забуду никогда, потому что сложно забыть человека вот с таким ником дядя Миша, вот, хоть вы и появились относительно недавно, вот, но сумма уже, то есть, очень большая очень сумма, поэтому большое вам спасибо за все ваши донаты. Далее идет психопат, человек с ником именно психопат, Александр, тебя тоже, конечно, никогда не забуду, потому что сложно забыть такой ник, само собой, вот, поэтому большое тебе спасибо за все твои тоже донаты. Далее, Игорь Волков, тебе тоже огромное спасибо, тебя тоже, Игорь, никогда не забуду, никогда, хоть ты уже давно не появляешься на моем канале, так или иначе, сумма тоже очень большая, поэтому большое тебе за нее спасибо, и все-таки жду, надеюсь, что ты снова появишься на моем канале. Вот, тоже дальше, а дальше IP Max 99. Ну, Макс, тебе тоже, конечно, никогда не забуду, и не только по твоим донатам, которые тоже очень немаленькие тут обозначены, вот, и, само собой, за твою отдельную помощь, благодаря которой я, в принципе, снимаю тоже видео. Вот, поэтому большое тебе спасибо за всю эту помощь. И, как говорится, отдельно тебя тоже с Новым годом, и удачи тебе в семье, на работе и вообще во всей жизни. Вот так. Далее по списку идет Владислав Голбек. Я тебя, конечно, тоже, Владислав, помню и вряд ли забуду когда-то, потому что ты хоть и появился тоже недавно, в принципе, вот, но сразу прям такие гигантские донаты, и тоже, по-моему, они были, как говорится, в импортной валюте. Вот, большое тебе тоже, Владислав, спасибо за всю эту помощь. И, как говорится, тебя тоже жду тебя на канале, всегда рад тебя видеть на нем. Далее по списку Снорк и даже Иванович, потому что тут было и так, и Снорк Иванович. Так, значит, один человек, вот, тоже очень большая сумма. Поэтому Снорк, тебе тоже большущее спасибо за всю эту сумму. Далее идет просто Дмитрий. Просто написано Дмитрий, может быть, это один человек, может быть, все-таки это было несколько человек с именем именно Дмитрий. Так, значит, всем вам, ребят, тоже большое, огромное спасибо. Ну, а далее идет человек с ником Фладар. Вот, я думаю, что вы его знаете, хоть кто-то. Так, значит, Артур, тебе тоже большое спасибо за всю твою тоже помощь. И не только за нее, а еще и за помощь, в общем, в этом, в настройке именно стримов. Это я тоже не забуду, поэтому тебе тоже большое спасибо и за эту помощь отдельно. Далее, Григорий Пресняков, тоже вам большое спасибо, Григорий, за всю эту вашу помощь. Тоже сумма очень немаленькая набралась, как говорится, и я ее, как говорится, оценил. Поэтому большое спасибо вам, Григорий, вас тоже никогда не забуду, тем более с такой фамилией. Очень сложно забыть. Так что большое вам спасибо за всю вашу помощь. Далее, Николай Макаров, ну тебя-то вряд ли вообще когда забуду, и твои все маленькие, большие, в общем, и такие-сякие донаты, в общем, в итоге тоже набралась очень хорошая сумма, и спасибо, что меня каждый раз поддерживаешь на стримах, что всякими добрыми комментариями приятными, вот, и, само собой, и еще раз большое спасибо за все твои донаты, вот так. Далее идет Мария, просто Мария, тоже большое спасибо, Мария, тебе за все эти донаты, которые ты сделала, большое огромное спасибо. Далее Ирбис, я тоже, конечно, помню и не забуду, с чего, как ты начинал и как потом продолжил. Большое спасибо, Ирбис, за всю эту помощь. Очень, очень рад тебя видеть каждый раз на своем канале. Далее идет Миде, у тебя тоже вряд ли когда забуду, вряд ли. Вот, тебе тоже большое спасибо за все твои донаты, и большие, и маленькие. Очень рад тебя тоже видеть на канале и жду, как говорится. Вот. Далее, Александр Филиппов, тоже, Александр, тебе большое спасибо за и не только донаты, я помню всю твою поддержку в этих комментариях под донатами, тоже большое тебе спасибо за это тоже, ну и, конечно, само собой, тоже за донаты отдельно спасибо. Далее, Сергей Серин, тебя тоже вряд ли забуду, всю твою тоже, опять-таки, поддержку веселую, вот, и, опять-таки, конечно, спасибо большое за все твои донаты. Далее, Никита Ше, тоже вряд ли забуду, потому что вот этот подпись Ше... Вряд ли я когда-то такого человека забуду. Большое тебе тоже спасибо, Никит, за всю эту помощь. Ну а далее идет уже второй модератор, вот именно Линар. Линар, то есть, ну, второй получился как по списку, по количеству.
Так что, Сережа, не обижайся, что второй. Так, значит, вы все, ребята, для меня, как же первые модераторы. Вот, большое спасибо тебе, Ленар, за твое, опять-таки, модерирование. И, конечно, спасибо большое тебе и за донаты тоже. Вот, очень тоже сумма такая приличная. Если хочешь, я попозже напишу тебе ВКонтакте, сколько там получилось у тебя в сумме. Вот, большое тебе спасибо, Ленар, за всю эту помощь. Далее идет Юрий Хандозенко. Юрий Хандозенко, надеюсь, что я правильно ставлю ударение, может быть, Хандозенко. Так иначе, Юрий, вам тоже большое спасибо за всю вашу помощь, которую вы делали неоднократно на моем канале. Большое спасибо вам. Далее идет человек с именем Диамид. Тоже большое спасибо, Диамид. Имя вряд ли такое забуду когда-либо. Вот, потому что, ну, запоминающееся имя Диамид такое. Я даже помню, провел аналогию то ли с каким-то, ну, камнем, как говорится, этим драгоценным, то ли еще что-то такое. Ну, похоже как-то Диамид, может быть, алмаз, изумруд, что-то такое. Вот, так или иначе, Диамид, тебе тоже большое спасибо за все твои донаты. Далее, Андрей Митрофанов, тебя тоже вряд ли когда забуду и всегда рад тебя видеть на канале. Помню, кажется, и жду. Вот, поэтому тебе тоже большое спасибо, Андрей, за все твои донаты. Далее, Артем. Просто Артем, не знаю, то есть тоже вот подписи дальше нет, поэтому надеюсь, что либо это один Артем, либо все-таки это много Артемов. Вот, ну да, всем Артем тоже большое спасибо. Далее, Енот. Енот тоже тебя никогда не забуду. Вот, ну, Ник тоже очень запоминающийся, поэтому никогда. Вот, тебе тоже большое, огромное спасибо за всю твою помощь. Далее идет человек именно с ником Серега. Сереге тоже большое спасибо за всю его помощь. Далее Николай Салиска, тоже большое спасибо, Николай. Жаль, что вот ты давно не появляешься на моем канале, так иначе я тебя помню и, как говорится, жду, надеюсь, тебя снова увидеть. И не просто увидеть, а, как говорится, получить от тебя еще один какой-нибудь донат. Большое тебе спасибо, Николай, за все предыдущие. Квест, человек с ником Квест, тоже большое спасибо, сумма тоже очень приличная, поэтому большое спасибо Квесту за нее. Ну а далее Леонид Пархоменко, тебя тоже, конечно, вряд ли забуду. Ну, то есть ты просто начал хорошо донатить и часто, поэтому, ну как можно забыть такого человека и таких людей? Поэтому, Леонид, тебе тоже большое спасибо. Далее, Георгий Денкай, тоже большое вам спасибо, я вас тоже никогда не забуду, потому что, ну, очень запоминающееся вот имя с фамилией, просто, ну, мне лично не забыть, мне вот лично не забыть таких людей. Поэтому, Георгий, вам тоже большое спасибо. Вот, Вадим В. дальше идет, тоже, Вадим, тебя не забуду, большое тебе спасибо, и надеюсь, что у тебя на работе все-таки сложится все хорошо с работой, вот, все ты найдешь, что хочешь. Большое тебе еще раз спасибо за всю твою помощь. Далее, Николаю большое спасибо, написано именно английскими буквами Николай имя. Большое спасибо тебе, Николай, за всю твою тоже помощь. Сергей, русскими буквами уже сразу уточняю. Вот, Сергей, тоже большое спасибо. Андрей Давыдов, я тебя тоже помню. Жаль, что ты вот давно уже тоже не вижу на канале тебя. Но вроде бы ты даже помогал мне, когда я снимал именно метро Last Light. Вроде бы так это и было. Так иначе, Андрей, тебе тоже большое спасибо за твою помощь. Далее, Андрей Ковалев. Тебе тоже, Андрей, большущее спасибо, как и предыдущему Андрею. Фергюсон, тоже большое спасибо тебе. Жаль, тебя тоже давно уже не видел на канале, но помню. Фергюсон, большое спасибо тоже. Фомичев Алексей, тоже большое спасибо. Просто Николай, большими буквами написано Николай, всеми, то бишь крупными. Тоже Николай, большое спасибо. Андрей М, тоже тебя помню и вряд ли забуду. Ну, вот подпись Андрей М просто запоминается хорошо лично для меня. Поэтому, Андрей М, тебе тоже большое спасибо за всю твою помощь. Паша Иванников, тоже запоминающаяся фамилия лично для меня. Поэтому, Паша Иванников, я тебя помню и жду тебя тоже на канале. Большое тебе спасибо за эту помощь. Далее, Саня Волевай Лав. Ну, тебя тоже вряд ли забудут когда-то по такому прямо нику. Поэтому тебе тоже неоднократно, помню, ты помогал мне. Большое тебе спасибо, Саня, за всю твою помощь. Далее, Дионис 280 Блок. Тоже большое тебе спасибо. Тоже помню твою помощь неоднократную. Поэтому большое тебе за нее тоже спасибо. Далее, хотел бы сказать спасибо Джокеру. Джокер, тебе тоже большое спасибо. Хоть ты недавно появился, как говорится, ну, в роли донатора. Но тоже очень даже хорошо уже помогаешь, как говорится. Поэтому тебе большое спасибо, Джокер, за все твои донаты. Далее, Егор. Просто Егор, подпись русскими буквами. Вот, тоже большое спасибо, Егор, тебе за всю твою помощь. Далее, Алексей. Может быть, опять-таки, один человек, может быть, несколько. Ну, вот так получилось, что вот здесь Алексей тоже попадает в этот список. Поэтому Алексею или Алексеем тоже большое спасибо. Далее тоже уникальный ник идет, Дрон X3M.
А тебе тоже, Дрон, большое спасибо. Сумма тоже очень приличная, поэтому большое тебе спасибо за этот донат. Потому что, по-моему, он был всего лишь один, но вот сумма тоже очень приличная. Поэтому большое спасибо тебе, Дрон, за нее. Павел, все крупные буквы русские, тоже большое спасибо. Андрей, тоже просто Андрей, может быть, несколько Андреев было, может быть, один. Так иначе, большое спасибо либо Андреем, либо Андрею за его или их помощь. Далее Иван Сумрак. Ну, тут сложно забыть человека, то есть уже ник такой, как бы, и вряд ли какой-то будет второй человек такой. Вот, поэтому Иван Сумрак, тебе тоже большое спасибо за все твои донаты. Я, конечно, тоже помню, не забуду. Большое тебе спасибо за всю эту помощь. Далее идет девушка еще одна по имени Яна. Тоже очень хорошо помогла мне. Яне тоже большое спасибо. Вот, следующий человек. Алекс, уже именно Дом. Алекс Дом, тебе тоже, Александр, большое спасибо. И не только за твои донаты. Вот, а еще и, конечно, большое спасибо за помощь ВКонтакте. Именно техническую помощь. Я все это помню, не забуду. Поэтому большое тебе еще раз спасибо за все это дело. Далее, Архимагирус. Человек с ником Архимагирус. Вот Антон. Антон, я тоже помню и тоже никогда не забуду. И еще раз тебе большое спасибо за все твои донаты. Фома. Фома, тебе тоже большое спасибо. Хоть и давно тебя уже не вижу на канале. Так или иначе, тебе тоже большущее спасибо за все эти многочисленные небольшие донаты. В итоге вот ты тоже попадаешь, в принципе, в этот список. Поэтому, Фома, тебе тоже большое спасибо. Кто же дальше? А дальше Стасян. Стасян, тоже большое тебе спасибо, и тебя тоже не забуду. Ну, Стасян такой тоже ник запоминающийся. Поэтому Стасяну тоже большое спасибо. Далее Сулаймон Атабеков. Вот тоже сложно забыть такого человека с таким именем и фамилией. Поэтому Сулаймон, тебе тоже большое спасибо. Давно тебя, правда, не вижу, но так значит, большое тебе спасибо за все, за всю твою именно предыдущую помощь. Плейрэйч, Плейрэйч, ну тебя тоже не забуду. Вот в сумме тоже набралась очень такая хорошая, в принципе, сумма. Поэтому Плейрэйч, спасибо тебе за нее. Доктор Липси, тебя тоже никогда не забуду, такой ник очень сложно забыть, поэтому Доктор Липси, тебе тоже большое спасибо и за вообще за веселый ник, и, само собой, за помощь, тебе тоже спасибо. Роман Овсяников, тоже большое спасибо тебе. Александр Карюкин, тоже большое спасибо. Поляк, просто подпись Поляк маленькими буквами, тоже Поляк, большое тебе спасибо. УФ, УФ тебя тоже запомнил, ну, хоть бы ты давно уже не появляешься на канале, но так иначе помню, и спасибо тебе за твою помощь. Потом Призок, не Призрак, а именно Призок. Вот, Призок, ну, тоже большое спасибо тебе, Призок, за твою помощь. Далее по списку Равенский Юрий. Вот, ну, Юрий, я вас, конечно, тоже помню и вряд ли забуду, потому что, ну, лично вот для меня сложно забыть Равенский Юрий. Очень как-то, ну, запоминающееся имя, фамилия. Поэтому, Юрий, вам тоже большое спасибо за вашу помощь. Далее идет Алексей Пестов, тебе тоже, Алексей, большое спасибо. Айсмен, тебя тоже помню, не забуду. Ну, прикольный тоже ник, в принципе, придумал человек и... сложно забыть такого, такой ник и такого человека, поэтому Айсмен. Александр Строцкий, тоже большое спасибо тебе, Александр. Сергей ВДВ, тоже большое спасибо тебе, Сергей. Вячеслав Сергеевич Галинов, ну тебя-то я тоже уже не забуду, вот, ну, очень прям так написано, поэтому, ну, сложно забыть такого человека, поэтому Вячеслав, тебе тоже большое спасибо за все твои донаты. Далее идет человек с ником Алектор. Алектор, тебе тоже большое спасибо. Потом очень сложный ник, но так иначе я его прочитал и помню, человек понравилось это. Галдрастафор, тоже большое спасибо тебе, помню, запомнил, потому что, ну, сложно забыть такой ник уникальный прямо, который фиг прочитаешь. Так или иначе, большое тебе спасибо за твои донаты, помню тебя. Вот, кто дальше? Сергей Розмыслов, тоже тебе большое спасибо. Сергей Чернышов, тоже тебе большое спасибо, Сергей. Андрей Осину, тоже большое спасибо тебе, Андрей. И помню тебя, и помню твои небольшие, но многочисленные донаты, поэтому тебе тоже большое спасибо за них. Дальше Алексей Брызгалов, тебе тоже большое спасибо, Алексей, за твои донаты. Альфа Вольф, тебя тоже помню, хоть ты недавно появился, в принципе, относительно недавно, но тоже уже вот помог очень даже хорошей суммой. Владимир, просто Владимир подпись, тоже большое спасибо, Владимир, тебе. Михаил, тоже большое спасибо. Далее Алекс Жопин, тоже большое тебе спасибо, Алекс, тоже недавно появился, он тоже очень даже приличную сумму набрал, поэтому большое тебе спасибо, Алекс, за нее. Вот, дальше Андрей Балашов, тебя тоже помню, Андрей, большое тебе спасибо за твою помощь. Ромас или Ромас, тебя тоже не забуду, потому что, ну, мы еще думали, как правильно ставить ударение, так я и вроде и забыл все-таки в итоге. Но, видимо, Рома, само что Ромас, так значит, большое тебе спасибо за твою помощь тоже. Фантом, Фантому тоже большое спасибо. Тесла, такие прям пошли ники, тоже большое спасибо тебе, Тесла. Дмитрий Свирса, тоже большое спасибо. Нариман, тоже большое спасибо. Стрелок, Стрелок, тоже большое спасибо. И завершает данный список именно Knight Light, то бишь, ну, как переводится, как рыцарь света. Тоже большое тебе спасибо.
Так или иначе, ребят, конечно же, вам вообще всем, всем тем, кто как-то хотел помочь моему каналу, именно вот в плане донатов, всем, конечно же, большое спасибо за вашу эту помощь. Вот я прекрасно понимаю, что у кого-то просто не было материальной возможности помочь больше, у кого-то просто такой выбор, что он какую-то сумму сделал, и все, и больше решил уже не делать, например. Вот, кто-то просто, может быть, недавно начал донатить, и поэтому просто еще пока не мог набрать такую сумму большую. Вот, вам, ребят, тоже всем, конечно же, за ваше желание помочь моему каналу тем или иным способом большое, огромное спасибо. Ну что, ребят, на этом моменте я уже заканчиваю данное видео. Еще раз вас всех с новым 2021 годом. Я уже просто не могу говорить, очень долго снимаю это видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Если понравилось, не забывайте про ваш лайк. С Новым годом, этим годом БК. Вот пишите ваш комментарий, не забывайте про ваш лайк под видео. Увидимся уже с вами в новых видео на моем канале. А что это будет? Либо игра, либо какой-то, может быть, новый мод на Сталкер. Мы уже увидим, как говорится, в будущем. Не пропускайте видео, смотрите все. Всем пока и всем всего хорошего.